Она загорелась здесь вот, и если б, мы не оттолкнули, то могли бы загореться-то и гаражи. Все произошло вчера днем. Николай Алгазин в своем гараже занимался ремонтными работами, а позже услышал крик от соседа «Горит авто!» и тут же выскочил на помощь. Схватили пару канистр воды, и побежали, попробовали затушить. Ничего не получилось. А где она горела уже на тот момент? Где начала гореть? Нет, я имею в виду по кузову. А, там внутри, из-под салона. Внутри, в салоне, под днищем, там капало все. Вот, под машиной. Поэтому и отталкивали, потому что думали еще попробовать затушить, чтобы, там что-то капало снизу. Спустя несколько минут на месте уже были пожарные расчеты. Спасатели быстро ликвидировали возгорание. Но к тому моменту Opel Vectra 96-го года выпуска превратился в груду обугленного металла. Автомобиль полностью уничтожен. На данный момент причина пожара устанавливается. Пострадавших нет. Как нам пояснили очевидцы, автомобиль не принадлежал ни одному из хозяев гаражей. Его здесь ремонтировали, но произошло ли ЧП в результате неверных действий слесаря или в «Опеле» были проблемы с проводкой, сегодня неизвестно. Местные лишь набрасывают версии, а спасатели констатируют. Это уже 9-й подобный случай в городе в 18-м. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.